Обеспечить местами в дошкольных учреждениях всех детей от 1,5 до 3 лет до 2021 года. В Новосибирской области готовы выполнить указ президента страны. Сегодня в регионе 613 детских садов. Там получают образование почти 125 тысяч малышей. Но нуждающихся еще много. Правительство готово финансировать частные сады. Субсидии будут предоставлять тем, кто подключится к региональной системе «Электронный детский сад». Возможно, из бюджета будут компенсировать затраты на зарплату воспитателям, покупку учебников и игрушек. Муниципальные власти могут взять на себя содержание зданий и оплату коммунальных услуг. Кроме того, специалисты Минобразования ведут переговоры с застройщиками о возведении домов с детсадами на первых этажах. Мы прорабатываем совместно с муниципалитетами и строительными компаниями фиксацию первых этажей там, где это возможно, с подготовленной площадкой для открытия групп на первых этажах зданий. Это дешевле, чем строить новый детский сад, но при этом мы понимаем, что в том или ином микрорайоне должно быть нормальное образовательное учреждение и несколько помещений, соответствующим образом построенных, подготовленных для того, чтобы мы могли выкупить их, для того, чтобы они стали филиалами этого дошкольного образовательного учреждения.